Всем привет, дорогие друзья, с вами Хога, канал Хога Плей. Продолжаем проходить эпизоды World Last Trials. Так, сегодня что у нас будет? Получается, у нас первое мы, получается, оправдать виновную выполнили. Осталось у нас, так, освободите заключенных. Вот этот эпизод я еще не играл. Давайте сразу выберем, наверное, его. А, кстати, еще забыл сказать. Получается, добавили недавно разработчики, так, ежедневная терапия, такой, так сказать, раздел, острое стекло. Я так понял, здесь каждый день какие-то миссии с изменением, то есть там стекло будет дамажить, я не знаю, еще сам ни разу не ходил. То есть это все эпизоды, которые уже мы проходили, то есть с усложнением на 3, на троечку, вот. Получается, соберите детей божьих, я еще не прошел, это, по-моему, из вот этого испытания, правильно? Соберите детей божьих, да, мы это еще не прошли. Вот, обязательно вот в этот режим мы поиграем, а эти тоже из остальных других разделов, так сказать, под испытание. То есть здесь с усложнением будет. Вот, разбитое стекло причиняет боль, вот. То есть по стеклу здесь нельзя будет ходить, оно будет дамажить, я понял. Мы обязательно с вами в следующих сериях это поиграем, попробуем. Но сейчас я хочу пройти второе испытание. Освободите заключенных. Давайте выберем и пойдем. Ждем. Ждем нашего долгожданного поезда. Я так долго его ждал. Давно не играл, на самом деле, Old Last. И потихонечку разработчики вносят какие-то изменения. Кстати, вот костюмчик пожарного добавили. Но я его пока не покупал. Надо будет посмотреть, что у нас там вообще в магазинах. Не смотрел. Вот. Интересно, классно то, что разработчики стараются добавлять какие-то новые новшества. Интересно, что в этом испытании будет. Я еще в него ни разу не ходил. Без понятия вообще, что там. Че, смотрим. Великолепное шоу. Мне вот интересно, почему разработчики не меняют нигде вот эти вот флешбеки наши, вот эту вот картинку, почему они новые какие-то не делают, мне вот интересно. Заходишь в какое-то новое испытание, да, а здесь вот такая картинка, которую ты уже видел 100 раз. Ну, не знаю, было бы прикольно, если бы они поменяли. Так, ладно, давайте, освободите заключенных, полицейский участок, давайте смотреть, осматриваться, что у нас здесь происходит. Так, мент бьет какого-то чувака. Так, сразу же аптечку нам предлагают, да? Маленькая. Блять, она сразу еще и с ядом. Еще и эти дурики сразу вышли. А че так все быстро? Интересно. Так, что у нас здесь? Этот, адреналинчик. Кстати, это задняя часть, где в первом испытании, как же называется-то, стукача, убить стукача, вот. Как раз здесь в конце его и убиваешь. Кстати, а вот этой дырки не было. Интересно.
Так, отмычечка у нас есть, да? Что нам вообще нужно сделать? По заданию. Доберитесь до комнаты охраны и освободите заключенных. Собрано плакатов 0 из 3. То есть нам нужно, короче... Кто здесь? Здоровый. Здоровый дядька там ходит. Нам нужно освободить заключенных. Как это сделать, я пока не знаю. Сейчас будем узнавать. Так. Еще одна батарейка. А, у нас все полно. Так, здесь закрыто, да? Тихо. Чувачок какой-то. Так, опять эти наркоманы выходят. Тихо, дядя. А он слепой, по-моему, да? Так, наверное, игра предлагает нам спрыгнуть здесь. Где их искать? Этих заключенных, вопрос. Журнальчики, кстати, давно не находил. Тихо. Так, помещение, сектор G. Сектор G. Что у нас здесь? Аптечка. Так, а вот это надо взять, кстати. Наверное, адреналинчик. Нет, замес, наверное, батарейки. А батарейку, кстати, сразу можно заюзать. Блять. Поменяй. Батарейка. Адреналинчик. Пока не надо, нам, мы ни от кого не убегаем. Да, в принципе, я никогда в адреналине не нуждался. Так. Здесь, походу, ничего такого у нас нет. Надо куда-то сюда проходить. Здесь какое-то очень узкое в этом испытании пространство, я так понял. Потому что сразу же мобы везде ходят. Тихо. В темноте он, по идее, не должен меня заметить. Так, а что это такое? Ключ какой-то. Давай возьмем. Я взял. У меня есть месяц ключ. Очень прям темно. Везде. Так, а где заключенный, это вопрос. Немножечко пошумим. Тихо. Убил меня. А это печально. Надо убегать. Тихо, дядя. Еще током пизданного. Блять, еще током ударило. Так, а давайте-ка мы похилимся. Так, что-то непонятно пока, куда надо идти нам. Я попал в ту же самую комнату, где он меня нашел. Где-то должна быть еще другая дверь. Наверное, вот здесь где-то. Так, что у нас здесь? Ага, вот какой-то аппарат. Так, еще адреналинчик. Бахнем адреналин. Еще один возьмем. Так, что за аппарат? Я вижу, провода от него какие-то идут, да? Или так, по приколу? Это, походу, по приколу. Так. Что у нас? А здесь мы были, да? Здесь же мы были. Здесь я был. Можно, кстати, воспользоваться отмычкой. Так. Ой, понятно. Маленькая аптечка. Большая аптечка. Вот это, кстати, надо заюзать. А то карта довольно-таки темная. Так, а вот еще у меня аптечка. Я хотел кинуть в него. Но я думаю, пока этого делать не надо. Еще одна отмычка. В принципе, у нас все, что нам необходимо, есть. Так что давайте как-то продвигаться вперед. Так, вот здесь я еще не был. Что, ничего нету?
Так, еще одна. Еще аптечки есть. Тихо, тихо. У меня есть лекарство. А вот теперь нет, вот это плохо. Сейчас выйдут эти шизофреники. Блять. А вот, наверное, рубильник. Все, я понял. Так, и что, откроется? Что нужно-то? А, нужно держать. Блять. Этот курильщик. Нужно держать, чтобы открылось. Проходим, проходим. Так, а что, сразу кто-то меня уже увидел? Давайте спрячемся. Это этот курильщик меня увидел. Здесь не будет проверять. Вот он. Ищет, ищет. А я здесь. Расслабься, детка, просто запей. Все, он ушел, да? Нет, кажется... Блядь, это этот чел. А вот это херово. Блядь, еще мину наступил. Мне и полечиться-то нечем. Прятаться. Ладно, придется эту штуку заюзать. Его чуть-чуть остановили. Быстро. Все, повезло. Так, здесь-то нам ничего уже не грозит. Так, освободить заключенных. Нам нужно тыкнуть вот эту штуку. Так, и что теперь? Доберитесь до шаттла. Это все? Это все, что надо было сделать? А почему ты это... Что, серьезно? Так, а до шаттла как мне добраться-то? Так, вот это можно открыть. Это мега легкое испытание. А вот только хилки у меня нет. Вот это проблема. Так, стоп. А как мне пройти? Надо как-то пройти. Так, нет, не сюда. Надо как-то обходить. Я вообще не сюда пошел. Надо наоборот назад. Давай, открывай быстрее. То шаттл уедет. А возможно, я правильно пошел. Просто я не увидел, куда нужно. Так. Мы куда-то вот отсюда, откуда-то пришли. А вот туда мне надо. Блять, вот этот здесь бегает. Блять, тут еще и большой. Надо быстро-быстро нажимать кнопку. Все, повезло. Тихо. Дядя, не буксуй. Дядя, успокойся. Ой, блять. Самое главное, чтобы он меня сейчас не ёбнул. Давай, быстрее. Фух, повезло. Он меня сейчас прям нормально бы так влупил. Легкое, на самом деле, испытание. На Б прошли. Можно было бы даже и получше. Что-то там награду дали. Так, потеря рассудка, ранение напольной ловушкой, попадание... звуковую ловушку, получено урона. Это все, что у нас минус. Так, что у нас тут? Дали какие-то штучки, новый левел. И так далее. В общем, неплохое такое прохождение. Но, конечно, карта очень маленькая, ничего сложного. Я не знаю вообще, зачем разработчики это добавили. Потому что, ну серьезно, по сути-то, что здесь проходить? Вообще ничего такого сложного. Я думал, что будет... какая-то более интересная задумка. Ну, в общем, дорогие друзья, вот такая получилась серия. Вот. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии.
И не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. С вами был Хога, канал Хога Плей. До новых встреч.